Привет. Привет. Как дела? Нормально. С какого ты города? Или откуда вообще? Ну, я сам из России, но переехал в Турцию жить. А что случилось? Война случилась. Где? В Украине. Серьезно? Ну да. Понял. Что делать будем? Что мы будем делать мы? Угу. Чё не в 14-м уехал? Пытаться ее остановить как-то. Чё не в 14-м уехал? Зачем нужно было? Оккупировали Крым. Аннегер, слава свободной Отжали кусок Украине. Донбасса. Слава героям. Анночка, Крыму, дякую. да. Ну, чё не в 14-м уехал? Зачем нужно было уезжать? Это как-то зачем? Гибридная война ж Что? была. Россия, Украина. Но это была не локальная война в Европе, а просто, ну, Это Путин не туда свои локально. Люди войска не отвел. умирали. Люди умирали. Кусок страны не отжали тогда, да? Отжали. Угу. В И чем Крым разница? отжали. Ну. И Крым отжали. Ты Ну. какой-то контент хочешь платить, но тебе ничего не получается, наверное, да? Не, нормально, просто пытаюсь понять. Ты говоришь, вот 22-й год, Россия полномасштабно напала. Почему в 14-м не уехал? Но это у меня уже в 2014 году какой-то полномасштабной войны не было. Я был не согласен еще до 2014 года с политикой Путина. Угу. И что, зачем мне нужно убежать? Огонь. Подождите, мне из своей страны нужно уезжать? Ну ты Или же что, я не убежал понимаю? почему-то. Я не убежал, я уехал. Я не хотел просто спонсировать полномасштабную войну, платя налоги в своей стране, А поэтому до я этого уехал. спонсировал? До этого Европа спонсировала. Кого? И она и сейчас спонсирует. Ага. Я То тебе есть скажу, Европа что не Кремлю, аргумент. она То и есть до сейчас... этого ты хотел спонсировать, а теперь нет. То есть, Мария, она и сейчас Смотрю. Европа спонсирует войну, Мы если сейчас не не про знал. Европу, мы сейчас про тебя. В 2014 году ты говоришь, уехал, не хотел спонсировать. В 2014 году ты, получается, хотел спонсировать. Чего? Ну, в 2014 году, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ты, получается, спонсировал. То есть ты хочешь сказать, что в 2014, 15, 16, 17, 18 году была какая-то прям лютая война? Там Да. просто окопались люди, и все. С 15 по 23 год было убито 2 человека или 3 человека. Не Посмотри 15 статистику, тысяч. дружище. 15 тысяч был убит в первый год войны. Поучи, Угу. пожалуйста, посмотри и 15 тысяч. спроси там Первый год войны. источник. Не за все 8 лет. Абсолютно точно. А раненых Это сколько? первые. А инвалидов сколько? Ну, раненые есть, Ага. инвалиды есть. А убитых было около там Ага. 4-5, я не знаю, там плюс-минус вот это 4-5. все. 4-5 чего? Людей. 4-5 человек умерло за 8 лет. Абсолютно. Абсолютно. Война была Давай в откровенно, от застойном виде. мобилизации слинял. Что? Давай откровенно, от мобилизации слинял. Так быстрее поверю. Ну, мобилизация была как триггер просто. Ага. А, ну то есть ты от мобилизации свалил. Так бы и оставался. Ну, в смысле, я уехал, потому что это был как триггер, но я не согласен с правительством России. Ага. Но до этого, то есть спонсирование это не аргумент. Просто свалил от мобилизации. Как интересно, ты провоцируешь, но у На тебя ничего не что? Я получается в пытаюсь жизни. выяснить. В Ну, 2014 году тебя не да. смущало, ты спонсировал. В 2022 году, в сентябре месяце объявили мобилизацию, ты свалил. То есть я спонсировал в 2014 году? Ну да, ты же сказал, что уехал, чтобы не спонсировать. В 2014 году тебя это не смущало. Так я не спонсировал, да было и так у правительства много денег, а сейчас, исходя Сейчас из нету денег у санкций... правительства. Так, вопросы какие-нибудь нормальные, адекватные есть, а не Нормальный дебильные вопрос. такие блогерские. Блогерские вопросы меня не А что-то интересуют. не Нормальные, подгорай. адекватные... Не подгорай. Адекватные есть? Касаемо вот меня, есть адекватные Да, вопросы, не а не подгорай. провокационные? Сначала не подгорай. Да я не подгораю, я у тебя спрашиваю, ты можешь адекватное спросить? Угу. Чечня чья? Чечня чья? Чечня чеченская. А Татарстан? Татарстан татарский. В составе какого государства? Татарстан сейчас, в данный момент? Должен быть. Татарстан. Ну, в составе он России сейчас находится. Это А должен быть? Татарстан татарский.
Ты про Башкирию спроси, про Ингушетию, про Удмуртию и так Могу про далее, про Якутию еще Бурятию. спросить. Акта независимости. Якутии. Дружище, если ты блогер какой-то, знаешь, ты хотя бы немножко поучи историю, там, я не знаю, чтобы как-то вот было По интересно истории разговаривать, чтобы получить. как-то... Ты же просто очень глупые вопросы задаешь, которые даже, ну, неинтересно с Чем тобой разговаривать, закончилась когда Вторая пахнет мировая? дерьмом. Что? Что? Чем закончилась Вторая мировая? Вторая мировая закончилась. Война как и чем закончилась Вторая мировая? Да. Мне кажется, это весь мир знает, чем она закончилась. Удиви. Ты что, дружище? Победа нацистского государства. Победой кого? Нацистского государства? Да. Какого нацистского? Я хочу, чтобы ты это вырезал потом еще и поставил. Какого нацистского? Победы. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Ну, сам понимаешь, Не понимаю пока. победы нацистского государства Над кем? всем миром, так скажем. Ты понял, о чем я говорю? Не, вообще не понимаю. Или что? Сформулируй мысль. Давай. Вторая мировая война закончилась победой всем миром нацистского государства. С победой всем миром нацистского государства. Весь мир это нацистское государство? Всем миром нацистского государства. Нацистское государство победило весь мир, понимаешь, нет? Нацистское государство победило весь мир. Это какое? Ой, я не понимаю, ты что говоришь-то? Ну, весь мир нацистское государство. Что? Фашистскую Германию победил весь мир. С каких пор это Германия была фашистской? Когда Гитлер пришел к власти. Это было фашизм? Ну, абсолютно, да. Ага, а в Италии что было? В Италии тоже был фашизм. О чем разница между фашизмом и нацизмом? Я не понимаю, только ты и какой-то у меня допрос или что? Простой вопрос. Слушай, знаешь, скинь мне просто свой этот YouTube каналчик. Мне интересно просто будет Канальчик. потом В чем посмотреть. разница между фашизмом и нацизмом? Я не буду тебе отвечать. Я не хочу сейчас это давать подробности. Мне скинь Последний свой вопрос тогда. канал. Последний вопрос, я пойду. Немка, француженка и шотландка. Какое слово лишнее? Ты никакого слова ни лишнего нету. Хороший русский.